все под контролем. Мы бдим. И вместе со школьниками Москвы и студентами колледжей Москвы мы отправляемся на Северный Таймыр. Как готовность, Дэн? Максимальная. Мы с Лосиниуса. Нас ждет. С вами идем, посмотрим, что тут в принципе есть. Послушная река, но ты человек, ты сильный и смелый. Своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте не стой. Войны не бывает, дороги простой. Все рельсы проложили. Там ходят поезда, куда пастух погонит, туда пойдут стада. Вот ты человек, ты сильный и смелый. В Арктике без теплопушки никуда. У нас радар, который в радиусе 1,5 километра обнаруживает любое движение. Вот он у нас установлен на улице, рядом с палаткой на мачте. Смотрим, вчера благодаря этому радару, в общем-то, мы обнаружили медведя. У нас есть кухня с вытяжкой, с газовой плитой. Звучит неплохо. В этой палатке совсем уже тепло и уютно. Мы рады видеть вас в самой северной точке Евразийского континента. Что-то такое совершенно невероятное. С мыса Челюскина первый раз мы протягиваем вот этот самый телемост в Москву. Начало положено, а что задумывалось, то свершиться должно, как сказал замечательный Челюскин. Ветра на месте не стой, пойми, не бывает, дороги простой. Теперь